Привет, друзья мои гитаристы. Вы знаете, не перестаю удивляться тому количеству различных девайсов, приблуд, которые вообще существуют на белом свете вот для гитарных дел. Да? Различные педали, гитарные процессоры, там, я не знаю, все что угодно. Уже кажется, уже, что ну все уже изобрели, изобретать уже больше нечего. Вот. Но, тем не менее, все-таки появляются на рынке интересные такие вот штуковины, которые даже с первого взгляда ты не поймешь, что это такое. Вот одна из таких штук сейчас у меня вот одета на правой руке, вот на большом пальце. Да? И я думаю, что многие-то, в принципе, уже догадались, что это такое. Хотя я, когда первый раз увидел и так вот посмотрел, думаю, господи, это еще что такое? Вообще, для чего это? Нельзя сказать, что прям это какая-то вот уж такая крутая штуковина, да, но многим, может быть, конечно, и понравится, и пригодится, вот. Так что сегодня в рубрике «Гитарная пятиминутка» вот будет обзор на такую вот интересную штучку, которую я назвал «Гитарное кольцо всевласти», да, как в «Властелине колец», вот, поскольку на палец все-таки одевается. Но, если кроме шуток, конечно, я думаю, что многие из вас поняли и догадались, что это беспроводной контроллер, который выполняет функцию, заменяет вашу педаль экспрессии. Причем он работает в трех осях, вот, X, Y, Z, да, ну, по конструкции здесь все предельно просто, там стоит трехосевой гироскоп, который считывает информацию, передает на такую вот маленькую коробочку, которая будет подключена, там, скажем, ваш процессор, ваш педалборд, там еще куда-то, то есть обычным TRS-кабелем. И выполнять, как я сказал, уже педаль экспрессии. То есть можно использовать как вау-вау, можно включать какие-то вот эффекты, что-то ей. То есть сегодня она у меня подключена в FM3, а в обычный вот вход для педали TRS кабелем. И сейчас я вам покажу, как это можно использовать. Ну, начнем, конечно же, с настроек. То есть как это вообще дело правильно все настроить и начать с ней работать. Поехали. Сейчас я вам сделаю захват экрана и покажу, как это все работает. Давайте вот поближе сейчас вам покажу. Это вот, как вы уже поняли, кольцо. Да, такой вот у нас есть ремешочек, быстро затягивающийся. Достаточно, в общем-то сказать, удобно снимается. Никаких проблем здесь нету. Здесь у нас разъем для зарядки. Заряжается быстро. Насколько хватает, не знаю. Но пока я вот пользовался, еще она как бы у меня не садилась. Вот эта вот маленькая коробушечка, так называемый приемник, да, есть у нее здесь, значит, что? Есть разъем TRS, который вот пошел у меня на FM3, включен в обычную педаль там, да, разъем. Есть еще у нее вот здесь вот такой маленький мини-джек, который... Он четырехконтактный, и он используется с родными педалями вот этой вот Source Audio. У него есть еще свои педали, там целая куча, ну не куча, там сколько-то там, не знаю. В общем, есть устройства, с которыми она работает. И если сюда подается только одна ось на TRS, да, то вот на этот разъем данные вот с акселерометра и с гироскопа, они подаются уже в исходном формате, и уже сами педали обрабатывают непосредственно эту информацию, и это позволяет эту штуку как бы использовать с родными педалями не только в одной оси, а уже в трех осях. Это, конечно, удобно. То есть, на, скажем, на ось X мы назначили какой-то там один эффект, на ось Y мы назначили другой эффект, там, и на ось Z, там, скажем, какой-то там третий. То есть, получается, в трех плоскостях можно с ней работать. Сказать по правде, не совсем привычно это использовать. Больше это, конечно, рассчитано, наверное, вот чисто на, как сказать, на обычные интуитивные движения, которые совершает ваша рука в момент игры. То есть, когда вы держите там медиатор, это должно работать как-то вот, получается, синхронно. Вообще идея интересная, но реализация немножко мне не совсем понравилась, потому что есть небольшие глюки. Скажем, минут за 20 на пару раз у меня отрубалась просто, то есть переставала реагировать. Ну, не знаю, может, конечно, какие-то прошивки есть, хотя здесь нету никаких дополнительных разъемов под USB, там я ничего не вижу. Вроде бы как есть описание на сайте, что для нее существует еще какой-то беспроводной приемник, который позволяет, видимо, может быть, ее дополнительно как-то конфигурировать. Но вот он, говорят, отдельных денег стоит. И, честно говоря, я вот что-то не спросил, сколько стоит эта штуковина. Но мне кажется, вот, наверное, рублей 10, наверное, как минимум такая педалька будет стоить. А, с тыльной стороны есть еще здесь вот такой маленький окошечко. Там у нас мини-джамперы. Это позволяет конфигурировать TRS-выход под различные девайсы, скажем, там под Line 6.
еще под какие-то. Так что, в общем-то, она достаточно универсальна. Сколько по времени работает, ребят, не знаю. На практике я вот ее долго не гонял. Но я думаю, что часа 2-3-то должна вытягивать. То есть концерт отыграть, наверное, можно. Ну и давайте сейчас покажу, как настроить все это дело с FM3. То есть что у нас там получается. То есть видим, здесь у нас есть еще вот две кнопки, я не сказал, да. Кнопочка глубина и кнопочка сглаживания, крутилочка точнее. Эта штука регулирует как бы глубину измерений и еще делает реверс. То есть, если от минуса до середины, это у нас работа в одну сторону. Если мы регулируем от середины до плюса, то есть, это будет работа в противоположную сторону. То есть, таким образом здесь включается реверс. Ну, думаю, понятно. То есть, когда рука идет вниз и вверх, то есть, вы можете это дело переназначать. Сейчас я вам включу захват экрана и включу еще камеру, чтобы вы все видели вот эти вот жесты, которые я буду совершать и как это все дело взаимодействует. Вот смотрите, берем обычную нашу педаль, да. У нее в контроллерах выбираем педаль экспрессии, подключена в гнездо 1. Здесь настраивается как, ну, как обычно. Вот по желтой точке вы видите, вот смотрите, мое положение руки, я ее как бы наклоняю вверх-вниз. Сейчас у меня настроено все это дело на ось Z. Как-то вот так она примерно работает, да? Не совсем, конечно, это, скажем так, удобно или, скажем так, привычно по отношению к обычной педали экспрессии, которую уже как бы многие привыкли, да, использовать. Эффект вау-вау, но я вообще практически не использую на практике. То есть, ну, не знаю, как-то вот он, как сказать, в творческом отношении, я не знаю, как его применять. Так что... Значит, вот это вот параметр сглаживания. Видим, да, что я вот сейчас выкрутил на максимум. Сейчас поставлю в середину. Ну, более-менее как бы получается, что он реагирует. Если совсем убрать, она будет, наверное, трястись. Странные звуки издает моя гитара. Ну, в FM3 вы это понимаете, что все это можно настраивать, то есть пределы ваших мин-макс. Давайте сглаживание чуть-чуть уберем. Смотрите, то есть для таких ритмических рисунков, да, каких-то там фанковых, то сглаживание, если на всю сделать, то в принципе, да, вполне похоже. Есть также функции калибровки. Вот смотрите, сейчас видим, что у меня в положении как бы она получается вроде бы рука в среднем, но вот. Точка, видим, посередине появилась. То есть это у меня выровнялось. Вот сейчас у меня должно быть более-менее как бы правильно. Видим, я вожу руку. Крайнего положения. Вот смотрите, глубина можно изменять. То есть, если я ушел вниз, то теперь она будет работать наоборот. Если я руку вниз отношу, она будет вверх. Ну,
Ну, то есть, получается, что идея-то, задумка-то хорошая у этой педали, чтобы не мучиться ногой вот это вот все время во время игры. Хотя я даже встречал, видел, что есть такие вот же штуки похожие, но которые вот на, грубо говоря, на ботинок на ваш там крепятся, на липучке. И примерно то же самое имитирует вот работу педали экспресси. Но в данном случае я считаю, что вот такая работа еще... Тем, кто любит поиграть в фанк, в принципе, нормально. Ну, при игре каких-то соло, конечно, не совсем удобно. Я хочу сказать, что, наверное, нога в этом случае было бы интереснее. Вот. Но, тем не менее, я вам уже сказал, что это все дело можно переназначить. Режим программирования у нее включается очень просто. Вы выключаете питание, удерживаете кнопку калибровки, подключаете питание, и она фактически у вас вот кнопка Mode красным моргает. Конечно, вот так камера неудачно стоит у меня, чтобы стол показывать и руку не совсем удобно. И уже по индикации вот этой вот, которая написана в программе, красный-зеленый, то есть можно понять, в каком режиме она сейчас находится. Вот зеленый-красный, это у нас получается ось Y сейчас используется, да? Нажимаю один раз кнопку. Вот сейчас видим шестой режим. Красный-красный, все горит. Вот это вот у нас зеленый и зеленый, это ось X. Вот смотрите, переключился я на ось X, и, кстати говоря, стало поинтереснее. Помимо того, что использовать ее с педалью, скажем, вот этой, да, вау-вау, можно, конечно же, использовать ее, как вот я показывал в начале, с педалью, скажем, там, реверберации или еще каких-то там эффектов, да. Можно повесить также, вот, скажем, на длительность. Использование таких эффектов, наверное, можно назначить какую-то другую ось, скажем, там ось Y, то есть не вверх-вниз рукой, а, скажем, поворот пальцем как-то вот вокруг оси, что ли, наверное. Ну, здесь, в общем-то, наверное, чисто теоретически, если захотеть научиться пользоваться вот этой вот штуковиной, то, наверное, я считаю, что можно попробовать. Единственный плюс, который я вот уже очевидно вижу по отношению к педали экспрессии, то, что по сцене можно спокойно ходить, то есть не привязан, как бы, вот. Я не знаю, конечно, какой у него радиус действия вот будет, но мне кажется, хотя бы там метров, наверное, 5, ну, наверняка, наверное, 5-6 метров должен у нее быть. Мне кажется, там используется обычный радиоканал какой-то вот. Так что, друзья мои, вот такую вот интересную штучку я вам сегодня показал. Если кто-то, конечно, заинтересовался, наверняка себе приобретет. Вот, еще раз скажу, что пользоваться можно, но надо будет, наверное, привыкать. Питается она от адаптера. Ну, в любом случае, мне кажется, вес этой штуковины в совокупности гораздо будет значительно меньше, чем вес вот обычной педали экспрессии. Там, даже пусть, если она какая-то будет не металлическая, там, скажем, пластмассовая. Ну и размеры, конечно, компактнее. Ну и на этом, друзья мои, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Не забывайте писать комментарии. Еще раз скажу, помните, что все ваши мысли, они помогают не столько мне, сколько вот той аудитории, которая все это дело просматривает. И, возможно, именно ваш комментарий станет вот таким ключевым в судьбе какого-нибудь гитариста. Он послушает вас и возьмет, да и купит такую штуковину. А может быть, наоборот, не купит, а купит что-то другое. Так что все, до скорых встреч. Пока. Пишите.